Выборы прошли успешно, хоть явка и была небольшой. Областной избирком подвел итоги единого дня голосования. Участвовали 6 районов. В 2 это были основные выборы. В остальных 4 избранников народа добирали в составы действующих парламентов. Замещали 53 вакансии. Самая высокая явка зарегистрирована в Пестяковском сельском поселении. Больше 50%. Самая низкая в Иванове – 11%. В городскую думу областного центра прошли 2 представителя партии «Единая Россия» – Борис Шаляпин и Наталья Климина. Единый день голосования проходил на 54 избирательных участках. Наблюдателей было довольно много – 120 человек. А вот жалоб на проведение процедуры не поступало. Что касается кандидатов, победивших на выборы, то это 4 самовыдвиженца, партия «Родина» – один кандидат победил на выборах. Ну и остальные мандаты распределились между действующими парламентскими партиями – это «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.